Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы будем рассматривать фрей с разными вариантами, разными прокачками. Для этого я даже качну сейчас вторую фрею. Мне, скажем так, одной фреи не хватает. И я прокачаю ее и поставлю талантики. У меня одна фрея здесь есть уже с бастом и с замедлением на архидемона. Мы сегодня прокачаем еще с порочным пактом одну, возможно, с выживанием. Сейчас посмотрим, это придумаем. Так, окей, давайте быстренько ее сейчас ради интереса пару раз рольнем. Так, сразу же баст падает, нафиг нам не нужен каменка. Посмотрим хотя бы шансы утекаха. Кстати, с утеканием неплохой вариант. Ну, конечно, лучше же все-таки рунами поставить. О, смотрите, как просто, просто мега удача. Так, поехали сюда. Мы сейчас что-то втыкнем, не знаю. Сейчас я посмотрю, что у меня там. Что там у меня есть? Что там у меня есть? Так, выживание как вариант. Грубую мы, в принципе, сейчас сравним так. Давайте выживание. Вот таких вот два варианта у нас будет. Плюс у меня еще два варианта есть. Главное девятку не качнуть, как мы сделали это Ронину второму с ожогом. Ну, плюс 20 сил зато. Так, есть порочный пакт, есть, будут у нас восьмерки. Heal level up. Так, есть, поехали. Мега быстрая прокачка. И пойдем где-то на каких-то локациях. Подтестим, зацепимся за кого-то. Либо на забытой можно будет потестить против одной и той же экспедиции. Просто покажу, расскажу, какая лучше, где и для чего. Так. Эволюция. Не хочу я тратить карты. Жалко мне на вас карты. Сейчас, конечно, надо будет еще заморочиться немножко с просветом, но ничего не поделаешь, надо будет хотя бы немножко его догнать. Так, такс. Давайте немного просветы подкачаем. Если, конечно, опять же не будем полчаса искать. Отлично. Вот это мне нравится, когда он сотку выбивает. Книги немного посливаем. Как обычно. Нуба Минотавр. Так, окей, отлично. Делаем сейчас. Так, посмотрим, если не будет. Блин, вечно этот смотритель все портачит. Запарил уже.
В принципе, где фраю применять, все и так знают. Это PvP-локации, это везде, короче. Даже тот же самый архидемон. Она вместо тыквы лучше смотрится. Так, качаем, качаем быстро. Надо быстро качнуть. Фаст прокачка. Золото не дает. Да-да-да. Блин, одни и те же попадаются. Мало народа в топе осталось. Моем. По чуть-чуть мы вышли уже в топ 20. Так. Этого надо бахнуть. Мы его не бахнули. Хорош. Так, качаем дальше. Надо 91-й хотя бы просветик сделать. Как хорошо, когда много ресурсов. Самопожертвование Минотавра. Так, ее подкачать однозначно. Так, раз, плюс 2000, почти отлично. Так, надо эти фиолетовые тоже книги убирать. Их дофига. Вот уже 245к у нас есть. Говорю, 245, 545, неплохо. Скоро догоним даже основу. Так, ну в принципе до завтра можно даже успеть в топ-10 выскочить. Надо только посмотреть, каких мне героев не хватает для полного счастья. И добить их. Так. Фаи нету. Они какие-то опасные все, темные. Сейчас мы их должны чпокнуть. Наверное. Но это не точно. Так вот его. Такс, 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 такс. Рейка наша, вот она. Так, еще немного.
расстановки такие интересные у людей. Надо и себе расстановку придумать, что ли, это как, ну, без забора почти 550 тысяч. Так. Так, ладно, не будем заморачиваться. Ресурсы, мана. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, что за подстава вечно-то, а? Хочу красивую цифру, а они не дают. Так, отлично. 546 на 13 и их с ним. Смотрим. Есть у меня вот таких две фреи. Вот таких две. Порочный пакт, выживание, бастион и замедление. Объясняю. Пакт самый дамажный вариант. На девятку вкачиваете, есть обзор, посмотрите, дамажит будет немерено. Выживание вариант для тех, у кого оно выпало, тоже неплохое. Можете поставить там какую-то рунку, эмблемку на урон, вам этого будет хватать, плюс она себя будет отхиливать. Либо утикаху вообще будет неубиваемая, сейчас это покажу. Ну, в принципе, плюс-минус, зависит от того, какие у вас будут чары. Но у меня тут чары неправильные, чисто на архидемона сделал, потом поменяю. Здесь ролите урон, крит урон, уклонение можно, конечно, но лучше все-таки ее собирать на урон. Следующий вариант, самый оптимальный, это бастион. Жизнь плюс урон. Плюс поставили в утикаху, она не так будет проседать, не так будет убиваться, уже проверено не один раз. Замедление чисто для архидемона. Поехали. Так, что там у меня на таблетке сейчас стоит, какая? Сейчас ее так вот сюда вынесу. Давайте такой вариант. Бастион. Давайте рунами просто живу поставим. Так. Поехали. Давайте просто в рейд даже потестим. Не хочу я на подземку какую-то забегать. Вот чисто даже рейдовый вариант. У нас еще смотритель даже есть. Лучше, конечно, выбрать одну и ту же жертву. Но ничего. Вот бастионный вариант, в принципе, как видите, она будет более у вас живучая за счет того, что у нее больше жизни. Урона у нее и так будет хватать. Но сливать ее будут не так быстро. Даже в PvP локациях, в той же самой забытой, этот вариант будет намного лучше. Можно ту же самую утикаху поставить, и этого вполне будет хватать. Такой вот вариант. Замедление, это чисто архидемона. Это если у кого-то есть скин, второй вариант, либо вторая, если вы на архидемона бегаете. Ну, урона у таких вариантов не особо много. Поехали, покажу другой вариант. И потом пойдем уже на другую локацию. Так, 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 так. Порочный пакт. Потом пойдем на подземку протестим. Так, порочный пакт. Рунами ставим восьмую оживу. Чё? На восьмерку хочет соточку. А, 96-й. Ну ладно, 96-й, так 96-й. Почти даже сотый качнули. Вариант порочный пакт. Можно поставить там все, что хочешь. Урона будет хватать за воина. Можно поставить грубую силу, утикаху. Минусов, как бы, по сравнению с бастом, это чисто жизнь. Можно поставить грубую силу, там будет, если критовать, будет тоже урон бешеный вылазить.
Ограничение 20% на нее все равно действовать не будет. Максимум она будет получать по 18 тысяч урона. Но жизни у нее меньше, соответственно, ее быстрее будут сливать. Такой вот вариант с оживой. Просто покажу. Сделаем, чтобы они были одинаковые. Поставим сюда тоже его. Поехали в рейд. Ну, тут, конечно, в рейде мы сейчас ничего такого... Ну, по урону она, точнее, по этому, она будет сливаться намного быстрее. Вот она ожила. Ну, тут, конечно, Афина против нее сейчас дамага, там много огнекрыл. Но она не такая живучая. Все-таки 60% жизни, это немало, особенно для нее. У нее жизни и так не особо много. Еще живет. Огнекрыл остался, она всех посливала. Но урона тут, конечно, дохренище. Следующий вариант, вот такое вот выживание. Лучше, конечно, его ставить рунами. Но у кого нету рунами, выпал талант, тоже вариант неплохой. Она будет себя отхиливать, урона немного, но есть свои плюсы. По ней будет больше нулей проходить. И плюс будет дополнительный отхил. Не знаю, вам видно, не видно, но она сейчас... Не так будет проседать, она будет долго всех дамажить, разваливать, там сейчас как не крылу дойдет. Такой вариант тоже классный, но дамага не хватает. Но можно рунами поставить там какой-то дамаг. Вариантов очень много. А допустим, с ППшкой бы уже тут слилась, скорее всего, от количества получаемого урона. Ну, тут у нас не особо топовый попался противник. Но урона она много получать не будет. То есть такой вариант мне тоже нравится. Советую. Можете попробовать, особенно без доната. Не особо там, вот смотрите, нули. Вот франки вроде. А вот час пошло, вот фактически та же самая ППшка на ней будет стоять. Но посмотрите, что тут делается. Тут у нас идет подхил. И причем конкретно, не знаю, успеет. Вот успела, еще раз подхил дала. Посмотрите, насколько... Ну, конечно, мы на него сейчас не сможем напасть повторно. Ну, я вам, в принципе, главную суть показал. Дальше поехали на подземку. Сразу же таким вариантом и другими поехали на стандартную нашу подземку, на которой можно потестить и посмотреть это все. Сейчас единственное, мы просто уберем смотрителя, чтобы у нас не было смотрителя, как дополнительного отхила. Так, вместо этого поставим вот этого, вместо этого вот этого. Так, понял. Вместо шапки зеленого. Так, хорошо. Вместо Бигфута. Так, и вместо Минотавра вот так. Так, отлично. Отлично, 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 отлично. Поехали. Все зависит от того, где вы хотите Фрейю использовать. Но вот такие два варианта, которые я показал, это, скажем так, самые такие оптимальные. Можно грубую вместо пакта поставить, тоже вариант неплохой. Так, смотрим. Чисто будем смотреть, сколько она сможет здесь выжить. Это у нас выживание. По сути, она должна тут нормально, я не знаю, там, в принципе, вам должно быть видно ее шкала, как она будет проседать. По идее, она должна их всех затащить. Вот она начала проседать, ближе подошла. Но урона, как видите, много нет. Ну, она тебя будет хилить. Может, и питомца снимем. Ну, тогда она встанет, будет очень долго. Не хочу я. Пусть будет пока. То есть она их всех снесет без вопросов. Рудольф просто хорошо снимает. По ней попадают. То самое, потому что если поставим слона, по ней попадать не будут так.
это не будет так заметно. Ну, урона, как видите, особо нет. Следующий вариант, просто меняем. Поехали. Не в рейд, а сюда. У нас, по сути, ничего не поменялось. Но смотрите на шкалу. Вот отхиливает, по сути, у нас только Рудольф. Но вы видите, что она будет у вас проседать. Да, урона тут, конечно, посмотрите, насколько разница в уроне будет. Так, я случайно там выпустил. Урон заметно там, кто на замедленно будет смотреть. Но посмотрите на ее ХП, она уже проседает. То есть в таком случае выживание, можно порочный пакт выживания рунами. Все, ее слили. То есть она добежала там сюда, ее уже слили. Ставим следующий вариант. Вот такой вот вариант. Поехали. Бастион. Он будет немножко живучее, чем пакт, но опять же тоже, если у вас будет подхил, там она будет более, может будет хватать, сейчас посмотрим. Должна немножко дольше выстоять, может и хватит на весь путь. Тут суть не в том, что у нее там, вот видите, она проседает, конечно, поменьше, но опять тоже будет проседать. Я просто тестирую на подземках, на PvP локациях. Конечно же, лучше пакт, бастион с уроном. Ну, наверное, бастион будет по универсальной, ее не так быстро сольют. Но тоже вариант сливается. Ну, можно поставить выживание и будет держать урон и атачить. Можно поставить утикаху, тоже вариант хороший. Ну, то есть вот такой вот вариант. Сбалансированная урона, конечно, тоже не ахти, с пактом в разы больше, что такое 150, а что такое 60% разница есть. Но тут жизни больше, но тоже сливается. Ну и последний вариант — это замедление. Смысла его показывать нет, то есть вы его чисто качаете для архидемона. То есть такие вот варианты, вместо пакта можно грубую поставить. С талантов, что еще можно ей такое посоветовать? Надо будет даже его прокачать. Подтестить как стыковка. Что еще интересное? Ну, живо как вариант прокачать, чтобы резалась пару раз в утикаху. Даже ту же самую поставить. С утиканием можно прокачать. Хотите такой вариант, пишите, потестим. Все остальное, честно скажу, не особо ей будет заходить. Хотя ей подходит все, что хочешь. Даже та же самая корка, и то будет на ней интересно, если будет отхил. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, как всегда, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.